Петрозаводскому перрону, зыбкому, как будто бы парому, шла моя любимая с детьми. Дети с ней почти бежали рядом и меня упрашивали взглядом. Ее мими меня упрашивали взглядом: «Папа, ты на поезд нас возьми». Дети с ней почти бежали рядом и меня упрашивали взглядом, и меня упрашивали взглядом: «Папа, ты на поезд нас возьми». Что-то в тебе стало от солдатки, все разлуки словно игры в прятки, вдруг потом друг друга не найти. Женщины в душе всегда готовы молча перейти из жен во вдовы, потому их так пронзают зовы железнодорожного пути. Женщины в душе всегда готовы молча перейти из жен во вдовы, потому их так пронзают зовы железнодорожного пути. На перроне, став почти у края, три фигурки уменьшались, тая. Три фигурки — вся моя семья. Монументы, мусор, как окурки. Что осталось — только три фигурки. Что осталось — только три фигурки. Родина предсмертная моя. Монументы, мусор, как окурки. Что осталось — только три фигурки. Что осталось — только три фигурки. Родина предсмертная моя.